many of you are not from this city? А сколько из вас не из Киева? Wow. How many of you are not from outside the Ukraine? А сколько из вас приехали извне Украины? Кто не из Украины? So how many of you are from outside the Ukraine? Кто из вас из Украины? Из Украины. Wow. А извне Украины? Outside. Спасибо. Anybody from Siberia area? Если кто-то из Сибири? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Well, I am thankful to God for what He's about to do. Я рад и благодарен Богу за то, что Он будет делать. Open your Bibles. Давайте мы откроем наши Библии. To the book of John. На книге Иоанна. John chapter 3. Третья глава. Да, аминь. So, John chapter 3. Третья глава Иоанна. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. Между фарисеями был некто именем Никодим. A ruler of the Jews. Один из начальников иудейских. The same came to Jesus by night. Он пришел к Иисусу ночью. And said unto him. И сказал ему. Rabbi. Рави. We know. Мы знаем. Everybody say we know. Скажите, мы знаем. One more time. Давайте еще раз. We know that thou art the teacher, a teacher come from God. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. For no one can do these miracles. Ибо таких чудес, какие ты творишь, that thou doest, except God be with him. Никто не может творить, если не будет с ним Бог. Amen. Аминь. Let's pray. Давайте помолимся. Holy Spirit. Дух Святой. Visit us. Посети нас. Speak to us. Говори к нам. Glorify Jesus. Прославь Иисуса. Surround this place. Окружи это место. With a wall of fire. Своей стеной огня. I declare this ground. И я провозглашаю, что это место. Sanctified. Освящено. Holy ground. Это святое место. Let the air we breathe. Let the air we breathe. Пускай воздух, которым мы вдыхаем. Be the fragrance of your glory. Будет благоуханием твоей славы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. There was a Pharisee who came to Jesus by night. К Иисусу пришел ночью один фарисей. Now, the Pharisees were very knowledgeable about religious issues. Фарисеи были достаточно осведомлены в отношении религиозных разных вопросов. And this Pharisee was called Nicodemus. Этот фарисей по имени Никодим. And he was a ruler of the Jews. Был один из начальников иудейских. When Jesus was teaching, когда Иисус учил, he was investigating Jesus. Он внимательно за ним наблюдал, за Иисусом. And he was following Jesus. Он следовал за ним. And they got lots of report about Jesus. И о Иисусе было много разных сообщений. In chapter 2 of John, во второй главе Евангелия от Иоанна, Jesus turned water into wine. Иисус превращает воду в вино. So all this story went around. И начинают распространяться слухи по всей Иудее. But this man was moved. И этот человек почувствовал, что что-то необычное в этом есть. By the miracles, через эти чудеса. By the power, через силу. By the glory, через славу. By the results, и через результаты, которые that были that were in the life of Jesus, которые были видны в жизни Иисуса. Now, this man, этот человек came to Jesus in the night. Пришел к Иисусу ночью. I can understand why he came in the night. Я могу понять, почему он так сделал. If I were him too, если бы я был на его месте, I'll go to Jesus in the night. Я бы пришел к Иисусу тоже ночью. Why did he have to go? Почему ему надо было прийти? You see, he was a very wealthy man. Он был очень богатым человеком. He was a very powerful man. Очень влиятельным. He was well known. Известным человеком был. He was a Pharisee. Был фарисеем. Maybe if he would go to see Jesus in the daytime, возможно, если бы вы пришли, чтобы повидаться с Иисусом днем, there'll be too many pressmen, newspapers, everybody following him. То, скорее всего, за таким человеком, как Никодим, следовало бы много репортеров, журналистов, которые бы всех сторон это снимали. And they would have interfered. И это бы помешало бы их встрече. So he chose to go in the night. Он решил прийти ночью. When he will have privacy with Jesus.
когда у него была личность, личная встреча с Иисусом, близость, without any interference. Без каких-либо отвлекающих моментов. Well, let me drop one hint here. И давайте я вам скажу, подсказочку здесь дам вам. There is something about spending time with God in the night in prayer. Есть нечто особенное в проведении времени с Богом ночью. Today we are not talking about praying in the night, but I would want to say that the best time to pray is when you have no interference. Мы не говорим именно о молитве только ночью, но мы говорим, что лучшее время для молитвы это когда нет никаких отвлекающих моментов. This man went in the night so that he could have time. Когда ночью это происходит, есть достаточно времени. With Jesus. С Иисусом. And also to outwit. И после того, когда мы anything and people who talk too much. Когда мы выходим, люди слишком много разговаривают, говорят. Because he had questions in his heart. У него были вопросы в сердце. He needed answers. Ему надо было иметь ответы на эти вопросы. He had needs in his life. В его жизни была нужда. He realized only Jesus can meet that need. И он осознал, только Иисус может на нее ответить. You see, there are people around you. И вокруг вас находятся люди, who see Jesus in you. Которые видят Иисуса в вас. They want the Jesus in you. Они желают того Иисуса, который у вас. And they are finding ways. И они пытаются найти путь, to talk to that Jesus in you. Как поговорить вот с тем Иисусом, который внутри вас находится. It is very important. И очень важным является, especially in the season in which we are. Особенно в тот период истории, в которой мы живем с вами. It is a very strategic prophetic season. Это очень стратегический, пророческий период времени. You see, when I was preaching this morning, когда я проповедовал сегодня утром, I saw all over the ceiling, и я видел, что по всему потолку здания, где мы находились, it was like a cloud of water. Было как подобное, нечто подобное водяному облаку. It was like balloon full of water all over the place. Подобно было как большому шару воздушному, наполненному водой над всем залом в спорте спорта. And I felt that the balloon was going to break and the water was going to fall. Я видел, что этот шар должен лопнуть скоро и вода должна хлынуть вниз. And no, it's only a symbol of the Holy Spirit showing me that something is about to break forth. И я знаю, что это лишь только лишь образ того, что Дух Святой показывает, что что-то должно прорваться и произойти. I pray that before this conference ends. И я молюсь, чтобы до окончания этой конференции we shall have that outpouring. Мы увидели это излияние. And I pray that you will also begin to agree with the Holy Spirit to be interceding for that to happen. И я хочу, чтобы вы также согласились с Духом Святым в ходатайстве за это событие. Say amen. Скажи аминь. Now, so this Pharisee came to Jesus. И этот фарисей пришел к Иисусу. He said, Jesus. Он сказал, Иисус. No man can do this thing you are doing. Никто не может делать такие чудеса. Except God is with him. Если не будет с ним Бог. In other words, we are convinced. То есть другими словами, мы соединены. That God is with you. Нам сказано, что Бог с нами. I pray that. Я молюсь. God will always be with you. И чтобы Бог всегда был с вами, чтобы вы были в этом уверены. Because that makes the difference. Потому что именно это произведет перемены. Not your intellect. Не ваш интеллект. Not your power. Не ваше влияние. Not your might. Не ваша сила. But God be with you. Но Бог должен быть с вами. And I declare, may the Lord be with you. И я говорю и провозглашаю, пусть Бог будет с вами. I pray that God go with you. Я молюсь, чтобы Бог шел с вами. That you will leave this conference with more experience of God than before. Чтобы вы ушли с этой конференции, пережив реальность Бога, который идет с вами. Скажите аминь. And when he said those things, и когда он говорил такое, Jesus, Иисус, did not respond to what he said. Ответил не на его слова. Jesus did not say, oh yeah. Иисус сказал, ну да, конечно. Don't you know I'm the Son of God? Конечно, ты разве не знаешь, что я Сын Божий? What do you expect? А что ж ты ожидал? Сильное такое. He didn't say that. Утверждение. Нет, он ничего этого не сказал. It was as though he ignored what he said. Казалось бы, что он проигнорировал сказанное Никодимом. And the first thing he did. Но первое, что он сделал, was to introduce him to the kingdom. Он хотел привести Никодима или представить ему Царство Божие, познакомить его с Царством Божиим. The next verse. Давайте прочитаем следующий стих. The next verse says.
Следующий стих говорит. Jesus answered and said unto him. Иисус сказал ему в ответ. Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. The man did not ask to be saved. Этот человек не просил, не спрашивал Иисуса о спасении. Nicodemus did not come to ask about the kingdom. И Никодим не пришел с вопросами о Царстве Божьем. He was interested in Jesus doing extraordinary things. Он был заинтересован в том, что Иисус сделал необычные вещи, чудеса. What pulled him to Jesus was the extraordinary things that he saw. Именно необычайные вещи притянули его к Иисусу. He saw Jesus as an ordinary man. Он видел Иисуса как обыкновенного человека. But he was doing extraordinary things. Делающего необыкновенные чудеса и вещи, знамения. That's what drew him to Jesus. Именно это привлекло его внимание и притянуло его к Иисусу. These last days. И в эти последние дни. The extraordinary work of God through your life is what is going to draw the crowd to you. Именно необычайные действия Божьи через вашу жизнь привлекут людей к Богу внутри вас. When people see that you are like them, you talk like them, you live like them, they were with you since you were born, you are in the same neighborhood, but the move of God, the move of the Holy Spirit is so outstanding, they cannot really see the logic of it. They'll come to you. Когда люди будут видеть, что вы такие же, как они, одевались, как они, говорите, ходите там, живете по соседству, казалось бы, обычные люди, но есть что-то необычное, внутри вас есть необычайное движение Божие, чрезвычайные чудеса. Они не будут видеть в этом логике, и именно это их привлечет к Богу. May the same power that Jesus walked in, та же самая сила, в которой ходил Иисус, which made him have ministry easy, не было бы такого служения легким, be with you. Если бы такая же сила была бы с вами, пускай это будет с вами также. I pray that that dimension of the power of God be with you. Я молюсь, чтобы это измерение, такое измерение силы Божьей было с вами. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. God is looking for people like you. Бог ищет людей подобных вам. Where He will pour His Spirit upon you. На которых Он может излить свой дух. Beyond measure. Без меры. Overflowing. Переливающийся. Outstandingly. Необычные, необычайные. Incredibly. Невероятные. Oh, gloriously. И славные переживания. With His light shining. С Его светом сияющим через вас. With His fire burning. Горящим внутри вас огнем. May you walk in that anointing. Ходите в этом помазании. Say amen. Скажите аминь. Now, in Exodus 33. Теперь в книге Исход 33 главе Moses says something. Моисей говорит нечто. From verse 19. С 19 стиха. Let's say from verse 40. He said, "My presence shall go with you, and I will give the rest." С 14 стиха прочитаем. Бог, Господь сказал: "Сам я или мое присутствие пойдет с тобой и веду тебя в покой." And he said, "If my presence go not with you, carry up no thanks." Yes. Моисей сказал ему: "Если не пойдешь ты сам с нами, твое присутствие не пойдет с нами, то и не выводи нас отсюда." Verse 16 says, "For where shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight?" Is it not in that thou goest with us, so shall we be separate, I and thy people, from all the people upon the face of the earth? 16 стих. Ибо почему знать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. There was a dialogue between Moses and God. У Моисея с Богом происходил диалог. And Moses was telling God. Моисей говорил Богу. If your presence will not go with us, don't take us any further. Если твое присутствие не будет с нами, не веди нас дальше. Then he went on to say. И затем он продолжает и говорит. The reason why we are different from all the other nations is because of your presence. Причина, почему мы отличаемся от всех других народов, из-за твоего присутствия. The reason why Israel is different from the Hittites, the Jebusites. The Amalekites, the Philistines, is because of the presence and the power and the abiding power of God in their midst.
Причина, почему израильтяне отличались от Хананеев, Ферзеев, Евусеев, филистимлян и так далее, это из-за присутствующей и пребывающей с ними силы Божьей. All the kings of the earth were always afraid when they heard that the Jews were coming. Все цари и царства мира боялись, наблюдая за тем, куда направляется израильский народ с этим столбом. The king, Balak, went and hired a prophet that the prophet should come and curse Israel because he was afraid that these people are too powerful. Царь Балак призвал и нанял пророка Валаама, чтобы он проклял Израиль, потому что он был в страхе из-за того, что израильтяне приближаются. Kings were so nervous when they heard that the Jews were coming. Когда цари слышали о приближении иудеев, они очень сильно нервничали. May the presence of God be so much with you that wherever you go, пускай присутствие Божье будет таким образом с вами, чтобы куда вы ни идете. May nations tremble. Пускай трясется тьма. Пускай трясется тьма. I said, may nations tremble. Пускай трясется тьма. I said, may nations tremble. Пускай трясутся враги. As you go back to your people, когда вы возвращаетесь снова к своим людям, let them know that there's a God in the Bible. Пускай они ясно понимают, что с вами находится Бог Библии. He's your God. Он ваш Бог. For our God is not like their God. Потому что наш Бог не такой, как другие боги. Say hallelujah. The power of God in your life makes the difference. Именно сила Божья, присутствующая в вашей жизни, производит разницу. Especially in these days. Особенно в эти дни. One more time, Moses said. Еще раз подтвердим. Моисей сказал. If you take your presence away, если ты заберешь свое присутствие, we are ordinary. Мы обычные люди. But if your presence comes, но если твое присутствие идет с нами, we are ordinary, but we do extraordinary. Мы обычные, но мы делаем необычное. These are the days. И эти дни of a mightier outpouring of God's presence than before. Происходит более могущественное излияние Божьего присутствия, чем когда-либо раньше. Power belongs to God. Сила принадлежит Богу. Psalm 62. Псалом 61. Verse 11. 11 стих. Psalm 62, verse 11. Псалом 61. 11 стих. It says, God has spoken once, twice have I heard that power belongeth to him. 12 стих говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Once have I has God spoken, twice have we heard that однажды сказал Бог, и дважды мы это слышали, что сила у Бога. Power doesn't belong to your enemies. И сила не принадлежит вашим врагам. It belongs to God. Она принадлежит Богу. Power doesn't belong to sickness and disease. Сила не принадлежит болезням и немощам. It belongs to God. Она принадлежит Богу. Power doesn't belong to fear. Сила не принадлежит страху. It belongs to God. Она принадлежит Богу. Power doesn't belong to money. Сила не принадлежит деньгам. It belongs to God. Она принадлежит Богу. Power doesn't belong to your lawyer. Сила не принадлежит вашему юристу. Power doesn't belong to your doctor. Не принадлежит вашему доктору. Power doesn't belong to death and the grave. Ни смерть, ни ад не имеют силы также. Power belongs to God. Силу имеет Бог. Say hallelujah. Say hallelujah. Nicodemus told Jesus. И Никодим сказал Иисусу. That no one can do what you are doing except God is with him. Никто не может делать то, что ты делаешь, если Бог не будет с ним. In other words, he was saying that no one can do these miracles except the power of God is with that person. Другими словами, никто не может делать таких чудес, если сила Божья не будет с этим человеком. Moses said, your presence brings your power, and once your power is with us, we are different. Моисей говорит, твое присутствие приносит твою силу, а когда твоя сила с нами, мы отличаемся от всех. Сами? Amen. Say amen. Say amen. Now, so we go back to John chapter 3. И мы возвращаемся в третью главу Иоанна. Jesus Christ introduced. И Иисус представил здесь the kingdom to Nicodemus. Царство Божие Никодиму. And then he said. И затем сказал. How do you like my Как вам нравится моя кафедра? Receive the anointing right now. Он принимает помазание. Now verse 4. Четвертый стих. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he's old?
Как может человек родиться, будучи старым? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Неужели можно в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Jesus said. Иисус отвечал. He answered, Verily I say unto you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. That which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Marvel not that I said this. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. That you must be born again. Должно вам родиться свыше. The wind blows where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it comes and whither it goes. So is everyone that is born of the Spirit. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Nicodemus comes to Jesus. Приходит Никодим к Иисусу. He said, Jesus, no one can do this thing except God is with him. И говорит, никто не может такого творить, если Бог с ним Jesus будет. Says, Иисус говорит, you must be born again. Ты должен родиться свыше. What has being born again got to do with what Nicodemus said? Какое отношение имеет рождение свыше к тому, что сказал Никодим? Nicodemus, I didn't come to be born again. Я не пришел за рождением свыше. I came to ask you. Я пришел тебя спросить. I just come to admire you. Или ну, просто поощрить тебя, так, выдать тебе хвалу. You are a good teacher. Сказать, что ты хороший учитель на самом деле. You do miracles. Ты чудеса творишь. God is with you. Бог с тобой. I believe. Я верю. That Jesus Christ was saying. Что Иисус говорил. By the introduction of the kingdom. Представляя Царство Божие Никодиму. He was telling him. Он ему говорил. Oh, do you admire what I'm doing? Тебе нравится то, что я делаю? Everybody in the kingdom can do the same thing. Yes. Он имел в виду, каждый вошедший в царство может делать то же самое. So Nicodemus, if you like what I'm doing, поэтому Никодим, если тебе нравится то, что я делаю, join the kingdom. Давай, входи в царство. You also do the same thing. И ты будешь делать то же самое. In other words, he's telling him. Другими словами, он ему говорит, the power is in the kingdom of God. Сила заключена в Царстве Божьем. Miracles are in the kingdom of God. Чудеса заключены в Царстве Божьем. Good teaching is in the kingdom of God. Хорошее учение заключено в Царстве Божьем. Greatness is in the kingdom of God. Величие в Царстве Божьем находится. Victory is in the kingdom of God. Победа в Царстве Божьем. Advancement is in the kingdom of God. Advancement. Продвижение находится в Царстве Божьем. Joy is in the kingdom of God. Радость в Царстве Божьем. If you like all this, если все это тебе нравится, come and join the kingdom. Давай, приходи и присоединяйся к Царству. Слава. Which means the kingdom of God is supposed to be a very glorious life. Что означает, что в Царстве Божьем должна быть очень славная жизнь. It's not a life of не просто такая жизнь. It's a life of это жизнь glory. Слава. I mean, when you go to the stadium to play soccer, когда мы идем на стадион и играть в футбол, and your team scores a goal, и ваша команда забивает гол. Even if you don't want to shout, you shout. Даже если вы не хотите кричать, все равно кричите, правда? It's a spontaneous life. Это спонтанный отклик. When you are in the kingdom, когда вы в царстве, it's a woo. It's a glorious environment. Это славное окружение, славная атмосфера. There is power in the kingdom. В Царстве Божьем есть сила. I said there is power in the kingdom. Я говорю, в Царстве Божьем есть сила. Now, in verse 8, in verse 8, в восьмом стихе, послушайте, Jesus said, Иисус сказал, the wind blows, что ветер дует, and no one knows when is coming, when is going. И никто не знает, когда он приходит или уходит. But everybody hears a sound. Но все слышат звук. How many of you can fight the wind? Ты бы попробовал бы сразу с ветром. How many of you knows when the wind is coming? Then the wind will call you on your mobile. I have 2 more hours. I'm coming. Whoop. Так вы думаете, когда предвещает ли ваш ветер, когда он придет? Звонит вам мобильный телефон, говорит, ой, я приближаюсь. Вот, я здесь. The wind is unpredictable. Ветер непредсказуем. Jesus said. Иисус сказал. Anybody who is born again. Всякий, кто рожден свыше. Who is born of the Spirit. Рожден от Духа. It's like the wind. Он подобен этому ветру. I'm saying you are like the wind. Я говорю, что вы подобны ветру. In other words, number one. Во-первых, you are unpredictable. Вы непредсказуемы. You cannot be predicted. Вы не можете быть предсказуемы. Yeah. Are you with me? Вы со мной, нет? It means, if the devil attacks you today. Это означает, что если дьявол сегодня вас атакует,
The Holy Spirit may tell you. Дух Святой может вам сказать. Sing praises. Воспой хвалу. If the devil attacks you tomorrow. Если дьявол будет атаковать вас завтра, the Holy Spirit might tell you, Дух Святой может вам сказать, raise scriptures. Поднимай места Писания. If the devil attacks you the next day, если через день дьявол снова принесет атакой, the Holy Spirit might tell you, go to your pastor. Дух Святой может сказать вам, пойди к пастору. So the devil cannot predict what you will do. Дьявол не может предугадать, что же вы будете делать в следующий шаг. Tomorrow it could be praise. Завтра хвала. Tomorrow it could be worship. В следующий день это будет поклонение. The next day can be warfare. Потом это будет воинствование. In other words, другими словами, everybody who is born of the Spirit, каждый рожденный от Духа, moves in such supernatural activity, двигается в таком сверхъестественном измерении, that you can never predict how powerful things are going to happen. Что ты не можешь сказать, как же это в следующем образом произойдет? Because things will happen. Потому что это произойдет. So gloriously. Так славно. You cannot imagine it. Что нельзя этого себе представить. You are unpredictable. Вы непредсказуемы. By the devil. И для дьявола, by the Gentiles, для язычников, they cannot really, они не могут sometimes вычислить. The devil comes to agitate you. Иногда дьявол приходит, чтобы вас достать. And he's expecting that you will fight back. И ожидает, что вы будете с ним сражаться. But when he comes, но когда он приходит, hoping to spoil your day, и он надеется вам испортить день, you just ignore him. А вы просто игнорируете его. And the devil's, ah. И дьявол, ой. You are always frustrating the devil. Вы постоянно его разочаровываете и в таком настроении оставляете. You are always frustrating your enemy. Вы постоянно достаете своего врага. Because you are born of the Spirit. Потому что вы рождены от Духа. Because the kingdom of God is in you. Потому что внутри вас есть Царство Божие. Before the enemy moves, и до того, как приходит враг, the Holy Spirit makes you move 4 times. Дух Святой уже 4 хода вперед сделал через вас. Let me share a story with you. Я вам поделюсь с вами одной историей. There was a story of a man who had Jesus Christ in his house. Была история о человеке, который пригласил Иисуса в свой дом. So Jesus was a visitor. То есть Иисус был посетителем его дома. And he gave the guest room to Jesus. То он дал Иисусу комнату для гостей. The devil came the next morning. На следующее утро приходит дьявол. Knock the door. Стучится в дверь. Па 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 па. Стук стук стук. So the man wanted to open the door. Человек открывает дверь. It was the devil. Стоит дьявол. The devil was pushing the door to open. И дьявол давит эту дверь, чтобы открыть ее. The man was closing the door. А человек пытается ее закрыть. The devil put his hand through the small opening. И дьявол в щель протягивает свою руку. Was beating the man. И бьет его за двери. And when the man could no more fight. И когда человек уже не может сопротивляться. He screamed, Jesus! Он кричит, Иисус! So Jesus came from the guest room. Иисус выходит из комнаты для гостей. And when the devil saw him, и когда дьявол увидел, the devil fled. Убежал. So the door was closed. Дверь закрылась. The man was человек full of bruises. Он полон синяков, побитый весь. And Jesus healed him. Иисус его исцеляет. So the next morning, на следующее утро, the devil came again. Приходит снова дьявол. Gave the man good beating. И хорошо снова за взбучку этому человеку. The man shouted again. И этот человек снова пытается кричит Иисус! Jesus came. Иисус спускается. The devil ran away. Дьявол снова убегает. He healed the man. Иисус исцеляет человека. So the man said, Jesus. И человек говорит, Иисус. Why do you always wait for me to be beaten properly before you come and help me? Почему я сначала подвергаюсь хорошему избиению, но до того, как ты спускаешься, мне помогаешь? Jesus said. Иисус сказал. You are the owner of the house. Но ты же хозяин дома. So if the devil comes, you have to open the door. Если приходит дьявол, то ты должен открывать дверь. As for me, I'm only a visitor. А я здесь только лишь в гостях. So if you like, поэтому если хочешь, you become the visitor. Ты можешь стать в гостем. Let me be the owner of the house. А мне позволь быть владельцем дома. So, итак, the man became the visitor. Приходит человек стал посетителем, то есть гостем. And Jesus became the owner of the house. А Иисус стал хозяином дома. The third day, и в третий день, the devil came again. Снова приходит дьявол. Knock the door. Стучится в дверь. Guess who opened the door? Угадайте, кто открывает дверь? It was Jesus. Иисус. Jesus opened the house. Иисус открывает дверь. The devil was дьявол.
Wrong address, wrong address. О, не по адресу попал, не по адресу попал. Убежал. Сила принадлежит Богу. Power belongs. Сила принадлежит Богу. I said power belongs. Я сказал, сила принадлежит Господу. May you begin to experience the manifestation of this divine power. Начните переживать проявление этой божественной силы. The Bible says. Библия говорит. In John chapter 1. В первой главе Иоанна. Verse 12. В 12 стихе. Verse 11 says. С 11 стиха начинаем. He came unto his own, and his own received him not. Пришел к своим, и свои не приняли его. But as many as received him, а тем, которые приняли его, to them gave he он дал власть быть детьми Божьими, to become the sons of God, стать сыновьями Божьими, even to them that believe on his name, верующими во имя его. The Bible says, это говорит, Jesus came to his own people, что пришел к своему собственному народу, they rejected him, они его отвергли. But as many as received him, но те, которые приняли его, to them he gives power. Тем он дал власть или силу. In other words, другими словами, to become born again, для того чтобы стать рожденным свыше, it is a power game. Это игра силы. Your salvation is a power game. Ваше спасение это игра силы. You were a sinner. Вы были грешником. Now you are a saint. Теперь вы святой. Your transformation, ваше преображение, is as a result of the power of God. Это результат проявления силы Божьей. As many as received him, те, которые приняли его, to them he gave power, им он дал власть или силу, to become, стать, to become, стать, to become, стать, to become, стать, which means the power of God can transform a man's life. Это означает, что сила Божья может преобразовывать и изменять вашу жизнь. The power doesn't only heal the sick, сила не только исцеляет больного, but it also changes your life. Но она также изменяет вашу жизнь. The power does not only heal the blind, и сила не только исцеляет больных, слепых, but the same power that heals the blind on the street, но то же самое сила, которая исцеляет слепых на улице, that same power can change your life. То же самое сила содержится в вашей жизни. As many as received him, to them he gave power to become. Те, которые приняли его, тем он дал силу стать. May you walk in that power. Ходите в этой силе. May you walk in that power. Ходите в этой силе. Fear nothing. Ничего не бойтесь. Except the power of God. Кроме силы Божьей. As many as receive him, те, которые приняли его, to them he gave power. Тем он дал силу. Say power. Скажи силу. Say power. Скажи сила. Say power. Скажи сила. Say power. Сила. Say power. Сила. Say power. Сила. Сила. Say it like you mean it. The same power, the same power that Nicodemus saw. Та же самая сила, которую увидел Никодим. And he said, Jesus. Он сказал, Иисус. Nobody can do this thing. Никто такие вещи не может делать. Except God is with him. Если Бог не будет с ним. That same power is with you. И такая же сила это присутствует с вами. As you go to your cities. Но когда вы поедете в ваши города, as you go back to your ministries, и вернетесь к вашим служениям, as you go back to your countries, и ваши страны, no one thing, ничего не бойтесь. Nothing can prevent you. Ничего не может опередить вас. Because power belongs to God. Потому что сила принадлежит Богу. And that power is with you. И эта сила с вами. You know, I was going to speak about other things. Я собирался сегодня говорить о других вещах. But the Holy Spirit told me. Но Дух Святой сказал мне. To tell them about my power. Скажи им о моей силе. Because what you need. Потому что то, в чем вы нуждаетесь. Is not the healing. Это не healing. Is the power. А силы для исцеления. What you need. То, что нам нужно. Is not the acceptance of the people. Это не принятие в глазах людей. But you need power. Но силу. Влияние. What you need. То, что нам нужно, it's not finances, это не финансы, but power, но силу. Once you have this power, и когда вы имеете эту силу, everything else will fall in place. Все остальное станет на свои места. Power belongs to God. Сила принадлежит Богу. 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 Сила принадлежит Богу. Power belongs to God. Сила принадлежит Богу. Power belongs to God. Сила принадлежит Богу. Power belongs to God. Сила у Бога. I say power belongs to God. Я сказал, сила у Бога. Say glory. Say glory. Или слава. Слава Богу. Слава Богу.
There is a woman here. Здесь есть женщина. You are believing God for the seed of the womb. Вы верите в то, чтобы ваше чрево стало плодоносным. You have just been healed. Hallelujah. Бог исцелил вас только что. Hallelujah. I believe God has broken your voice. Я верю, что Господь сделал для вас. You will have baby. Вы будете иметь детей. Ваше чрево откроется. Hallelujah. 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 When you met Jesus, когда вы встретились с Иисусом, He did not let you go empty-handed. Он не отправил вас с пустыми руками. He gave you something. Он дал вам нечто. It's got power. Это называется сила. How many of you have met Jesus before? Кто из вас уже встречались с Иисусом? Met Him as Lord and Savior. Кто из вас встречался с Ним как с Господом и Спасителем? He gave you something. Он вам нечто дал. It's called power. Это называется сила. Power to change nations. Сила изменять нации. Power to change yourself. Сила изменять самих себя. It's many times we see the anointing as something that can do well for others. Часто мы принимаем помазание и что-то, что может совершить работу для других. But the same power. Та же самая сила. That you can lay hands on the sick and they shall be healed. Когда вы можете возлагать руки на больных, они будут исцеляться. You can lay hands on yourself. Не только другие люди будут это делать. Вы можете не только на других это применять для себя. Возлагать руки на себя, и вы будете исцелены. It goes externally, it goes internally. Эта сила идет как наружу, так и вовнутрь. I speak to you in the name of Jesus. Я говорю вам во имя Иисуса. I know I am in the will of God. И я знаю, что это воля Божья. Because I heard the word of God. Потому что я слышал слово Божье. Concerning you. Concerning you. Это отношение вас. He said, bring them into my power. Бог сказал, говори им о моей силе. One more time. И еще раз. Receive power. Примите силу. Walk in the power. Ходите в силе. Experience the power. Переживайте эту силу. Manifest the power. Являйте эту силу. Live in the power. Живите в этой силе. Enjoy the power. Наслаждайтесь этой силой. Appreciate the power. Внимайте и цените эту силу. Grow in the power. Врасти в этой силе. I said grow in the power. Возрастайте в силе. I said grow in the power. Возрастайте в силе. I said grow in the power. Возрастайте в силе. I said grow in the power. Возрастайте в силе. Power of the Holy Ghost. Сила Духа Святого. The power of Jesus. Сила Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Samson was going to marry. Samson подошел к Марии. The Bible says that then a lion crossed him. Samson шел в один город и лев вышел на его дорогу. And at that instant, в мгновение ока, the Bible says, Библия говорит, the Holy Spirit came upon him. Дух Святой сошел на него. Samson became another man. И Самсон моментально стал другим человеком. The same way. То есть таким же образом, when the Holy Ghost comes upon you, когда Дух Святой сходит на вас, you become another man. Вы становитесь другим человеком. Anybody who has been baptized in the Holy Ghost, всякий, кто был крещен в Духе Святом, you are another man. Вы человек другого рода. You are no more ordinary. Вы не просто уже обычный человек. Something supernatural, что-то сверхъестественное, has taken residence in you. Обрело свою резиденцию, проживание внутри вас. You are a lion killer. Вы теперь являетесь убийцей львов. You are a Goliath cutter. Вы теперь являетесь обезглавливающими Голиафов. I speak that into your spirit. Я говорю это в ваш дух. I speak it into your spirit. Я говорю это в ваш дух. I speak it into your spirit. Я говорю это в ваш дух. Say hallelujah. Hallelujah. Now in Matthew chapter 28. В Матфея 28 главе. From verse 16. 16 стиха. It says, well, and the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus was appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. И увидевши его, поклонились ему, а некоторые усомнились. And Jesus came and spake unto them, saying,
И приближившись, Иисус сказал им, говоря: All power is given unto me in heaven and the earth. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Jesus said. Иисус сказал: All power. Вся сила. All power. Вся сила in heaven, на небесах, on the earth, на земле is given to me. Принадлежит мне, дана мне. I like that. Мне это нравится. I like to follow a leader who has all power. Мне нравится следовать за лидером, у кого вся сила в руках. If he has all power, если у него вся сила, it means there is no other leader to follow except him. Тогда нет никакого другого лидера, за кем можно было бы идти, кроме него. If he has said, I have some power, если бы он сказал, у меня есть немного силы, часть силы, then it means somebody else also has some. Тогда мы могли бы понимать, что у кого-то еще есть часть силы. So some can follow this, some can follow that. Поэтому некоторые могут идти за этим лидером, некоторые за тем лидером. But then he says, I have it all. Но когда он говорит, я имею всю силу, which means there's nowhere else to go. Мне за кем больше идти, правда? Кроме него. Now, and he says that, и он говорит это, I have given that power to you. Я дал эту силу вам. Now go in that power. Теперь идите в этой силе. In other words, I am behind you. То есть другими словами говорит, я за вами. I am with you. Я с вами. And I have given power to everybody who is born again. И я даю эту силу каждому, кто рожден свыше. For as many as received him, to them he gave power to become sons. Потому что те, кто приняли его, те получили от него силу. Он дал им силу. That power. Эта сила. Is all power. И является его. That power he gave you and I to become the sons of God. Эта сила, которую он дал нам с вами, это быть сынами Божьими. It's all power. Это вся сила. And he says, go and teach the nation. И он говорит, идите и научите народы. Every teacher has influence. Каждый учитель имеет влияние. Every teacher has influence. Каждый учитель имеет влияние. So if you are to teach the nations, поэтому если вы должны научить народы, it means you have influence over the nations. Тогда это означает, что вы должны иметь влияние на эти народы. And from today, из этого дня, may God increase your influence over your society. Пусть Бог увеличит ваше влияние на ваше общество. May God increase your influence over your nation. Пускай Бог увеличит и умножит ваше влияние на ваши народы. Influence is what makes people stop doing what they do and they do what you say they must do. И влияние приводит к тому, что люди перестают делать то, что они хотели делать, и начинают делать то, что вы им говорите делать. Yes, amen. Pastor Sunday Adelaja. Pastor Sunday Adelaja. He said we should come here. Сказал, что мы должны приехать сюда. So even if you don't want to come, you will come. Even if you don't want to come, you come. Если ты не хочешь приехать, то ты не приедешь. Because he has influence. Но он имеет влияние, поэтому я приехал. He made us come here. Он заставил нас сюда приехать. Because God has given power. Потому что Бог дал ему силу. To have that influence. Чтобы иметь это влияние. Аминь. Аминь. You also have influence. У вас также есть влияние. You can make the devil go into the cave and hide there, no food for him all the days of his life. Вы можете повелеть дьяволу убраться и спрятаться в какой-то пещере и там держать без еды на голодовке. Ваше влияние имеет большую силу. And you go. И он пойдет. You can command sickness and disease to leave and they will leave. Вы можете повелевать болезнями и немощам уходить, и они будут уходить. You can speak life to lifeless circumstances, and life will come into the lifeless circumstances. Вы можете говорить жизнь в безжизненной ситуации, и жизнь будет возвращаться туда. Jesus called Lazarus back to life. Иисус вызвал Лазаря вновь к жизни. That is influence. Это влияние. May you go into your nations with influence. Поедьте обратно в свои народы с влиянием, с большим влиянием. And don't fear anything. И не бойтесь ничего. Declare the nations. И провозглашайте, что нации. Blessed by the Lord. Благословленные Богом. Declare your family. Провозглашайте, что ваша семья. Saved by Jesus. Спасена Иисусом. And keep believing it. И продолжайте в это верить. Now the Bible says. Фарисеи. Don't only go and teach the nations.
Тут говорится, что мы должны не только пойти и учить народы, baptize them, но крестить их. In the name of the Father, во имя Отца, the Son, Сына and the Holy Spirit, и Духа Святого. The word baptize, слово крестить, is to bury under completely. Это означает полностью погрузить, спрятать. So Jesus is saying, Иисус говорит, I'm giving you power, я даю вам силу, to bury all the nations in the Holy Ghost. Погрузить, погрести все народы в Духе Святом. So if this man, если этот человек was the Ukraine, был бы Украиной, Jesus says, I must baptize. Говорит, я должен его крестить. So I can take Ukraine, я беру Украину, put it under the Holy Ghost, и помещаю под уровень Духа Святого. I baptize the whole country. И вся страна погруженная оказывается, крещенная. You have power. У вас есть сила over this nation, над этим народом, in the realm of the spirit, в уровне духа, в измерении духа. Keep believing, продолжайте верить. Keep praying, продолжайте молиться. Don't change your vision, не меняйте свое видение. Keep your focus, пускай ваш фокус будет прямым. Your confession, ваше исповедание. Because you will have what you say, потому что вы получите то, что вы говорите. Don't say this, не говорите это. Tomorrow you change it. А завтра говорите по-другому. Tomorrow you change it. А послезавтра еще по-третьему. Because times are changing. Потому что времена изменяются. Be firm. Будьте твердыми. This is what you want to see. Именно вот что вы хотите видеть. Whether things are changing. Не меняется то, что вокруг или не меняется. Don't change. Вы не меняетесь. Keep on believing God. Вы продолжаете верить Богу. You have influence. У вас есть влияние. 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 Your people shall be saved. И люди будут спасаться. Your nation shall be saved. И ваш народ будет спасен. That is a very powerful prophetic stand to have. И есть очень сильная пророческая позиция сегодня. Prophecy is not prophecy unless what it says comes to pass. Пророчество не является таковым до тех пор, пока не сбудется сказанное в нем. When prophecy is released upon your life, когда на вашу жизнь высвобождается пророчество, nothing can change it. Ничего не может изменить этого. That influence, это влияние. The prophetic word has influence. Пророческое слово имеет в себе влияние. Receive. Примите. Receive. Примите. Receive. Примите. Силу, to have influence, для иметь того, чтобы иметь влияние, in the name of Jesus, во имя Иисуса. In Acts chapter 1, в первой главе Деяний, verse 8, в 8 стихе, Jesus Christ, Иисус Христос, said something, говорит нечто, he said, и он сказал, he says, but you shall receive power, но вы примете силу, скажите силу, say power, скажите силу, силу. After that, the Holy Ghost come upon you, and you shall be witnesses both unto me in Jerusalem. Когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме. In all Judea and Samaria and to the uttermost parts. И во всей Иудее и Самарии, даже до краев земли. He says, "This power I have given you." Он говорит, сила, которую я даю вам. It doesn't know any boundary. Она не имеет никаких ограничений и границ. Oh. Hallelujah. He said, you will receive power in Jerusalem. Он говорит, вы примете силу для влияния в Иерусалиме. But the same power will work in Judea. Но та же самая сила поведет вас в Иудею. The same power will work in Samaria. Та же сила будет действовать в Америке. The same power will work in the uttermost parts of the earth. Та же самая сила будет действовать до концов земли. It will also work in the Ukraine. Она также действует в Украине. It will work in Kiev. Она будет работать в Киеве. It will work in Belarus. Она может работать в Беларуси. It will work in Siberia. Она может работать в Сибири. It will work in Moscow. Она будет действовать в Москве. Слава! Аминь! The power will work in an airplane. Yes. Aeroplane. И сила может действовать в самолете. The power will work in a submarine. Сила будет действовать в подводной лодке. It will work in the kitchen. Она действует в кухне. It will work in the garage. Она в гараже действует. It will work in the hospital. Она действует в больнице. It will work in architecture. Она действует в архитектуре. It will work in engineering. Она работает в инженерных офисах. It will work in education. Она действует в образовании. It will work in marriage. Она действует в браке. It will work in business. Она действует в бизнесе. It will work in politics. Она действует в сфере политики. I have given you power. Я дал вам силу. And you can go to Samaria. И вы пойдете в Самарию. No limits. Hallelujah. No limits. Нет никаких ограничений. You can be in Judea. Вы можете быть в Иудее. No limits. Без ограничений. You can go to the uttermost part of the earth. Вы можете пойти до краев земли. No limits. Без ограничений. Tell somebody no limits. Скажите кому-то рядом с собой, нет ограничений. There
there is no limit. Нет ограничений. Say amen. Amen. I am telling you that. Я хочу сказать вам это. The power we have. То сила, которую мы имеем, is enormous. Является неимоверной. Now, recently we were in India. Недавно мы были в Индии. And 1,200 pastors were there. И там было 1,200 пасторов. By the second day, на второй день, the Holy Spirit took the meeting to another dimension. Дух Святой повел служение в новое измерение. And you should see these pastors. И вам надо было бы увидеть этих пасторов. Hungry for more power. Которые жаждали Божьего, больше иметь Бога. We have the last email I got last week. Мы видели на прошлой неделе. That city has been transformed. Has been transformed. In India. Мы видели, как целый город был изменен меньше, чем за неделю. And the churches are exploding. И церкви взрываются. Now, there is no other power than that which you have. И нет другой силы, кроме той, которую вы имеете. What makes the difference is the revelation. И что производит разницу, так это ваше откровение. Because you have it. Потому что у вас это есть. Ah. Oh. Yes. Oh, have it. Озарило. Yeah. Понял, у меня это есть. Ah. Oh. Ooh. Wow. Эврика. Ho-la-la. Ой-ой-ой. I have it. У меня есть. I pray. Я молюсь. That the power in you. Чтобы сила в вас will begin to rise up. Начала подниматься. Will begin to rise up. Начала подниматься. Like a river, как река, that is full, которая наполняется, overflowing, и тогда вытекает из берегов, and no one can stop it, и ничто не может ее остановить. So also the power is rising up in you. Также и сила Божья поднимается в Украине. The anointing is rising. Помазание поднимается. Nobody can stop. И никто его не может остановить. I said nobody can stop. Я говорю, никто не может его остановить. Никто не может его остановить. Nobody can stop. Никто не может его остановить. Hallelujah, somebody. Кто тебе дал аллилуйя? Say amen. Иди аминь. You know, let's conclude with a scripture in the book of Matthew. Давайте мы завершим место Писания в Матфея. Matthew 23. 23 глава. We read from verse 32. Мы прочитаем 32 стиха. Well, from verse 34. Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes. 34 стиха. And some of them you shall kill and destroy, some of them you shall scourge in your synagogues and persecute them from city to city. Вот поэтому я посылаю вас к вам пророков и мудрых книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Jesus said, Иисус сказал, I will send you. Я пошлю вас. Who? Prophets. Кого пошлю? Пророков. Scribes. Книжников. And who? И кого еще? Кого еще? And wise men. Мудрецов, да? Мудрых. Now, all these people he's sending you. И все эти люди, кого он посылает, have been given power. Он дал им силу. To help you. Чтобы помочь вам. In other words, I'm saying. Другими словами, он говорил. Those people God has given to you, like your pastors. Те люди, которых Бог дал в вашу жизнь, вот к вашему пастору. Your teachers. Или вашим учителям. Your prophets. Вашим пророкам. Don't kill them. Не убивайте их. Hallelujah. Pray for them. Молитесь за них. Stand with them. Stand with them. Стойте рядом с ними. Bless them. Благословляйте их. Because God has given them to you. Потому что Бог дал их вам. For your own good. Для вашего же блага. To pray for you. Чтобы они молились за вас. To intercede for you. Ходатайствовали за вас. To help you. Помогали вам. You know. How many of you are being blessed right now? Сколько из вас благословлены тем, что сейчас происходит? Well, I will raise two hands because I'm also being blessed. Я могу две руки поднять, потому что я особенно благословлен. Now, how many of you believe that if I died yesterday, I wouldn't have been here giving you this word? Сколько из вас знает, что если бы я умер вчера, я бы не смог бы иметь привилегию дать вам это слово сегодня? Which means if I had died yesterday, означает, что если бы я умер вчера, thank God I didn't die. Слава Богу, я не умер. You will have been deprived of yes, this that's right. blessing. Yes.
это благословение было бы удержано, вас бы в экран в этом благословении, да? So if you kill your pastors, но если вы убиваете своих пасторов, if you kill your prophets, убиваете пророков, you are depriving yourself, вы сами себя обворовываете. From the encouragement, от ободрения, в ободрении, the revelation, в откровениях, the increase, в росте, the intercession, в ходатайстве, that you need, в котором вы нуждаетесь. So, protect, итак, защищайте, preserve, и сохраняйте, and bless, и благословляйте. There was one time, и было один раз, I was traveling from Africa to Washington, когда я летел из Африки в Вашингтон, and God told me, Бог сказал мне, that the plane was going to crash, что самолет упадет, вызовет катастрофу. I said, which plane? Я сказал, Господи, какой самолет? He said, the plane from Europe to America. Он сказал, самолет из Европы в Америку. Now, I couldn't change my flight. Я не мог переменить свой рейс. Because if I change and postpone my flight, если бы я его отложил и перенес бы на позднее время, I was going to miss a very important appointment. Я бы очень важную встречу бы пропустил. So, and I said, God, which of the planes? Because I was going to use two planes. Я обычно пользовался двумя самолетами, и я спросил, Господь, а какой из них упадет? He said, the one from Europe to America. Он говорит, самолет, который из Европы летит в Америку. So, I left Africa. Я выехал из Африки, вылетел из Африки. I was not a happy man. Я не был очень счастлив. I was praying. Я молился. Я был I got to Europe. Прилетаю в Европу. Changed my flight. Меняю рейс. And I was about to enter the plane God told me was going to crash. Я почти уже зашел на самолет, о котором Бог сказал мне, что он потерпит катастрофу. And I told God. Я сказал Богу. God. Бог. I haven't finished my assignment. Бог, я еще свое задание не исполнил на этой самолете. You have given me prophecies. Ты дал мне пророчество. About my life. О моей жизни. I haven't finished. Я еще не завершил. So, I can't die now. Я не могу прямо сейчас умереть. So, Lord, поэтому Господь, instead of вместо меня, changing my flight, вместо того, чтобы я изменял свой полет, you change the circumstances. Ты поменял лучше обстоятельства, хорошо? Say amen. Say amen. Say amen. Say amen. Don't let circumstances. Не позволяйте обстоятельствам rob you from your destiny. Обворовать вас в вашей судьбе. You have power. У вас есть сила. To stop every obstacle. Чтобы остановить всякое препятствие. That has been assigned to stop your destiny. Потому что сатана пытается остановить вашу судьбу. I declare to you, я вам провозглашаю, every assignment, что каждое задание, to stop you in your destiny, которое попытка остановить вас в вашем предназначении, I declare it stopped. Я провозглашаю, что это задание дьявола останавливается. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Oh, I say, I declare every circumstance assigned to stop you in your destiny stopped. Я провозглашаю, что всякое обстоятельство, предназначенное остановить вас в вашей судьбе, останавливается прямо сейчас. Отменяется. And I reverse it. И я обращаю это в обратную сторону. And I reverse it. Я обращаю это в обратную сторону. And I reverse it. Я обращаю это в обратную сторону. And I reverse it. Я обращаю это в обратную сторону. And I reverse it. Я обращаю это в обратную сторону. And I reverse it. Обращаю это. And I reverse it. Обращаю это в обратную сторону. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I declare unto you, я говорю вам, you are unstoppable. Вас невозможно остановить. Yeah. You are unstoppable. Yes. Вы неостановимы. Nobody will stop you. Никто вас не сможет. Because all power, as all power, всю силу, 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 as all power, всю силу. The transforming. Я вижу преображение вас. Аллилуйя. So I told God. Я сказал Богу. You. Ты. You change the plan. Ты измени Господь. I am going on the plane. Я иду на самолет, а ты меняй этот план. So I went and sat down. Я зашел и сел. Put on my seat belt. Я пристегнулся. That's faith, I'm telling you. Но с верой. So. The plane left. И под самолет оторвался от земли. I couldn't eat. Я не мог есть.
I couldn't drink. Не пить не мог. I was praying. Я молился. In fact, in a time like that, в такие времена, even if you don't know how to pray, даже если не знаешь, не умеешь молиться, you will begin to pray. Научишься молиться. Say amen. Скажи аминь. In a time like that, в такие времена, even if you're not baptized in the Holy Ghost, если ты даже не крещен в Духе Святом, you will receive a baptism now. Примешь быстро. Because destiny is at stake. Потому что на кон поставлена судьба твоя. Your destiny is the only reason why you were born. И судьба твоя — это единственная причина, по которой ты был рожден. And that's the only thing you have. Это все, что ты имеешь. Your car is on your destiny. Your car is on your destiny. Ваша жизнь зависит от судьбы. Your money is not destiny. Ваша машина не ваша судьба, ваши деньги не ваша судьба. You will not miss your destiny. Вы не должны пропустить вашу судьбу. I am speaking to somebody. Я говорю здесь кому-то. I feel in my spirit. Я ощущаю в моем духе. The devil has tried to stop somebody from fulfilling his destiny. Что дьявол пытался кого-то остановить от исполнения вашего призвания, предназначения. That case is broken this afternoon. Но это проклятие разрушено сегодня. If you came into this place with a curse, если вы пришли сюда с проклятием, by the power of God, силой Божьей, I declare to you, я провозглашаю вам, it is destroyed. Это сокрушено. It is destroyed. Оно сокрушено. It is destroyed. Оно сломлено. It is destroyed. Оно сокрушено. It is destroyed. Сокрушено. I said it is destroyed. Я говорю, сокрушено. Сокрушено. There is a cyst on a lady's womb that has just is been healed now. Есть киста на матке женщины, которая прямо сейчас исцеляется. Скажи аминь. Now, so I've got on the plane. Я летел на самолете. I'm gonna pray. И начал молиться. Я молился. Как я молился? Молился. 3 hours non-stop. 3 часа без перерыва. Then the Holy Spirit told me. И Святой Дух сказал мне. He said, the conspiracy. Is to jam the navigational instrument of the plane, so that the plane would, the power would lose control and crash. No. It's a demonic attack. Okay, I see. Замысел состоял в том, чтобы повлиять на навигационную систему самолета, и он в результате этого потерял бы управление и потерпел бы крушение. Демоническим образом повлияет на приборы. Okay. After 3 hours. После 3 часов. Of prayer. Молитвы. So, I said, Satan. Я сказал, Сатана. You cannot have the airplane. Ты не имеешь права на этот самолет. I release the blood of Jesus. Я провозглашаю кровь Иисуса Христа. Over the navigational instrument. На навигационные приборы. And after 3 hours, и после 3 часов, I continued to pray. Я продолжал молиться. For 9.5 hours, 9.5 часов еще. I prayed throughout. Я сокрушил это. We arrived in America. Мы прилетаем в Америку через 9.5 часов. When the plane landed, и когда приземлился самолет, the passengers clap their hands. Все пассажиры захлопают. As far as they are concerned, и насколько мы понимаем, he was a very good pilot. Это было как бы хорошему пилоту, да? The only me and God. Только я с Богом знали. That it was spiritual warfare. Это было духовное брань. It was intercession. Это было ходатайство. It was the power of prayer. Это была сила молитвы, which made it arrive. Которая доставила нас туда. You have power. У вас есть сила. Power to intercede. Сила, чтобы ходатайствовать. Power to pray. Сила, чтобы молиться. You have the power. У вас есть сила, чтобы побеждать. You have the power of prayer. Сила молитвы есть у вас. Oh, you have the power. У вас есть сила молитвы. All power. Вся сила has been given unto you. Была дана вам. Because Jesus has given to you. Потому что Иисус это дал вам. And the Holy Ghost. И Дух Святой. Has given us power. Дал нам силу. We can change any situation. И мы можем менять ситуации. Not by prayer. Не только молитвой. But by the power of prayer. Но а силой молитвы. Аминь. Скажи аминь. You have power. У вас есть сила. To pray. Чтобы молиться. And see results. И видеть результаты. Your power.
У вас есть сила to pray. Молиться and pray. И 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 молиться and believe. И верить and pray. И молиться and believe. И верить and pray. И молиться and pray. И молиться and believe. И верить and believe. И верить and pray. И молиться and pray. И молиться and believe. И верить and pray. И молиться. The man who is born again, рожденный свыше человек, is like a wind. Yes. Он подобен ветру. And the Bible says the wind has a sound. И Библия говорит, что этот ветер имеет звук. How many of you know when the wind is blowing, you can't see it, but you can feel it? Кто из вас знает, что дует ветер, вы его не видите, но вы его ощущаете. You cannot see it. Вы не можете его видеть. You can feel it. Но можете ощущать. You can hear the sound. И слышать звук. Yeah. So how do you know that the wind is blowing? Как вы знаете, что дует ветер? By the feel, через ощущение, and the sound, через звук. The feel is the influence. Вы ощущаете на себе это влияние. The sound is the message. А звук это послание. So the Bible says, so is everybody who is born. Поэтому Библия говорит, так же и бывает со всяким рожденным от Духа. Once you are born of the Spirit, когда вы рождены от Духа, you have a sound. У вас есть звук. Wherever you go, you have a sound. Куда бы вы ни пошли, у вас будет звук. You carry the sound of victory. Вы несете звук победы. I said you carry the sound of victory. Я говорю, вы несете звук победы. I said you carry the sound of victory. Вы несете звук победы. You carry the sound of glory. Вы несете звук славы. When you see something you don't like in your marriage, когда вы видите нечто, что вам не нравится в вашем браке, you have power to change. У вас есть сила это изменить. You don't change it by beating your husband. И вы не измените это через побитие вашего мужа. You don't change it by beating your wife. Или через избиение жены. You change it by chasing the devil out. Вы измените это изгнанием дьявола из вашего дома. That's power. Это и есть сила. Beating your husband or your wife is no power. Избиение мужа или жены не имеет в себе силы. Brave men pray. Смелые люди, смелые мужчины молятся. I said, brave men pray. Я сказал, смелые мужчины молятся. I said, brave men pray. Я сказал, смелые мужчины молятся. I said, brave men pray. Я сказал, смелые мужчины молятся. Аллилуйя. 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 I said, brave men pray. Я сказал, смелые мужчины молятся. I said, brave men pray. Я сказал, смелые мужчины молятся. Аллилуйя. Аллилуйя, скажите. If you have muscles, если у вас мускулы есть, you pray. Молитесь. If you are a lady, если вы женщина, you pray. Молитесь. If you are humble, если вы смиренные, you pray. Молитесь. If you are proud, если вы гордые, you don't pray. Вы не молитесь. You lose. Вы теряете, вы терпите поражение. Говорите аллилуйя кому-то. Сказано, что Дух Святой сойдет на вас. And you shall receive. И вы примете силу. That power, сила, has two understandings. Имеет два аспекта, два принципа понимания в себе. Number one, первое, authority. Власть. Which is exousia. Это экзосия. And number two, и второе, destructive or creative power. Творящая либо разрушающая сила, энергия. Called, yes. Called dynamis, который называется dynamis. Or dynamite. Или динамит. So the first one. И первое. You know, when I was coming to this morning. Когда я шел сегодня утром на собрание. We were in a car. Мы ехали на машине. And I saw a policeman. Я увидел милиционера. The policeman was this tall. Он был низенького роста. Petite. Он был очень коротенький. But if that policeman, но этот милиционер, makes his hand like that, поднимает так руку, you will stop. Вы точно остановитесь. Is it true? Правда, да? Когда он так поднимает руку, that authority. Это суть во власти. Say amen. Amen. When Samson tore the lion. Когда Самсон разрывал пасть льву, это сила. So the Holy Ghost, поэтому Дух Святой has come upon you. Сошел на вас.
You have received authority and... Вы приняли поэтому власть и силу. One day I was in serious spiritual warfare. Однажды я переживал сильное духовное ходатайство и духовную брань. And I fought and I fought and I fought. Я сражался и сражался и сражался. I wasn't breaking through. И я не мог прорваться. So I called my bishop. И я позвонил своему епископу. I said, bishop. Я говорю, епископ. I'm having serious warfare. Я нахожусь в духовном борении. He said, have you used this scripture? А ты это местописание использовал? Yeah. Я говорю, да. Have you fasted? А постился? I said, yeah. Я говорю, да. I said, I've done everything. Я все сделал. And the warfare is still stopped. И все еще продолжается эта духовная борьба. Listen to me. Послушайте. He was on the phone. Он говорил по телефону. All he said was, и все, что он сказал, Satan, сатана, you can't have this one. Ты не можешь его иметь. And that was, hallelujah! The battle was over. Все, битва закончилась. That authority. Суть во власти. I release you into your authority. Я высвобождаю вас на вашей власти. I release you into your authority. Я высвобождаю вас на вашей власти. I receive. Я принимаю. You know, you can go to your house. Вы можете приехать к себе домой. Is it from today? И с этого дня. No more nonsense. Не будет никаких глупостей. That's authority. Это власть. You can speak to yourself. Вы можете говорить сами себе. From today, с этого дня. No more lust. Я не буду поддаваться похоти. No more wrong ideas. Я не буду принимать неправильные идеи. Хорош, хватит. Authority. Власть. Say amen. Скажи аминь. Say amen. Скажи аминь. Jesus Christ told Peter. Иисус Христос сказал Петру. Peter. Петр. Satan has desired to have you. Сатана хотел иметь вас. But he may sift you like wheat. He may sift you. Но он хотел поразить вас как пшеницу. But I have prayed for you. Но я молился за тебя. That's authority. Это вас. Jesus Christ said. Иисус Христос сказал. Satan has desire. У сатаны было желание. Which means it was in the idea. То есть означает, что у него была замысел, идея. In the mind. В его разуме. Of Satan. Сатаны. He was thinking in his mind. Он размышлял сам себе. To fight Peter. Он хотел сражаться против Петра. But Jesus stopped him in the mind. Но Иисус остановил его в его размышлениях. That's authority. Это власть. Amen. Аллилуйя. The Bible says unto those who receive him, to them he gave power. Библия говорит, тех, кто его принял, тем он дал силу. May you walk in your power. Хотите вашу силу. May you understand your power. Понимайте вашу силу. May you bless your power. Благословляйте вашу силу. May you believe in your power. Верьте вашу силу. May you trust in the power. Доверяйте этой силе. May you have faith. И имейте веру. In the power. В эту силу. Say amen. Скажите аминь. One day I was in a plane from New York to Rome. Однажды я летел на самолете из Нью-Йорка в Рим. And there was a lady, an Italian woman. Там была итальянская женщина, итальянка. Who sat next to me? Сидела рядом со мной. And when the plane was flying across the Atlantic, и когда самолет летел над Атлантическим океаном, I began to pray. Я начал молиться. I was praying for the flight. Я просто молился за полет. I wasn't shouting. Я не кричал. The woman next to me began to scream. Женщина рядом со мной начинает кричать. She was screaming. Она кричала. Everybody in the plane. Все в самолете были в шоке. Was aware. Все проснулись. Nobody could stop her. Никто не мог ее остановить. She was screaming like a siren. Она как сирена орала. So a man about between four and five rows away. Мужчина где-то в 4-5 рядах от нас. Came to the woman. Подошел к женщине. The woman. Это женщина. Can I change my seat with you? Давайте поменяемся местами. She said, yeah. Да, да. And when she changed the seat. И когда она поменяла с ней местами. She was alright. И стало все хорошо.
it was power. Была сила. There was something in her. В ней было нечто. That couldn't handle the anointing. Которое не могло переживать помазание. You have power. У вас есть сила. I said you have power. У вас есть сила. I said you have power. Я говорю, у вас есть сила. I said you have power. У вас есть сила. I said you have power. У вас есть сила. I receive. Я принимаю. I receive. Я принимаю. I receive. Я принимаю. I receive. Я принимаю. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Say glory. И слава. Say amen. Amen. Even your clothes. Даже ваша одежда. Have received the power. Принимает на себя силу. The Bible says even Paul's garment was healed. Библия говорит, что даже одежда снята с Павла исцеляла больных. Handkerchiefs were healed. Yes. Платки, которые раздавались людям, исцеляли больных. Finally, казалось, it happened in Scotland. В Шотландии это происходило. I was ministering one day. Я даже там служил. And a woman came with a handkerchief. Женщина подошла с платком. With a napkin. И с салфеткой. She said, my sister has just been discharged from the hospital, not because she's okay, but the hospital can no more help her. She is in the advanced stage of HIV/AIDS. They've released her to go down. И подошла ко мне одна женщина, говорит, моя сестра выписана из больницы не потому, что с ней все нормально уже, а потому, что уже больница ничего не может сделать, потому что с ней она была в самой последней стадии СПИДа, поэтому ее выписали домой умирать. So she came with a hand, with a napkin. She said, "I want you to pray over this." Она говорила, я хочу, чтобы ты помолился. I want to go and lay it on my sister. За это, потому что я хочу это положить на мою сестру. That she'll be healed. Чтобы она исцелилась. I said, "Do you believe?" Я сказал, ты веришь в это? I said, "Do you believe that if we pray right now, it will happen?" Я говорю, а ты веришь, что если мы сейчас прямо сейчас помолимся, это произойдет? She said, "Yeah." Да. So I prayed about it. Я помолился над этим. Anointed with oil. Помазал елеем. She went and put it on the woman. Она пошла к своей сестре. A week later. Через неделю. Went back for a test. Пошла та сестра на проверку. Healed. Исцелена полностью. Say power. Это сила. Скажите сила. Say power. Сила. Sila, Sila, Sila. One more time. Еще раз. For the last time. И последний раз. You have so much power. У вас только силы. You have so much power. У вас есть столько силы. Tell somebody you have so much power. Скажи кому-то, у тебя столько силы есть. Скажите кому-то аллилуйя. What's your first name? Как тебя зовут? Денис. Денис. What's your first name? Vasula. Okay. From today. С этого дня. When you leave this place. Когда выходишь с этого места. Don't call him Денис. Не называйте ему Денис. Don't call her Vasula. Не называйте ее Васлова. Call her too much power, so much power. Слишком много силы. Вот вот ваше имя. And call him so much power. Называйте его избыток силы. Call each other so much power. Называйте друг друга избыток силы. Избыток силы. Say amen. Say amen. So much power. Столько силы. Избыток силы. So much power. Столько силы. You have so much power. У вас есть столько силы. Let that become your name. Say it and say it and say it and say it until it sits in your spirit. Говорите и говорите и говорите это себе до тех пор, пока это не осядет в вашем духе. What's your name? Как тебя зовут? Избыток силы. What's your name? Как тебя зовут? What's your name? А как тебя зовут? For the last time. What's your name? The President. You see, let me tell you. Я вам скажу. When Jesus Christ met Simon. Когда Иисус встретился с Симоном. He said, "Your name is not Simon." Он говорит, тебя зовут уже не Симон. Cephas. А Кифа. You see, these were very powerful prophetic. Именно это в этом заключалось нечто очень мощное и пророческое. Prophetic strategies. Пророческая стратегия. Because each time they keep calling him Cephas. Потому что каждый раз, когда его продолжали называть Кифа, you are a stone.
он восстанавливался. And Peter had to hear it. И Петру надо было это слышать, слышать, повторять. Because finally Peter became the head of the church. Потому что в конце концов Петр стал главой церкви. And he was a stone. И уже он был камнем. He was a rock. Он был этой скалой. Because what we say, we believe. Потому что and the anointing becomes real. Говорим в это верим, и однажды это станет реальностью. Say hallelujah, somebody. Скажи кому-то аллилуйя. So what is your name now? Итак, как вас зовут? You must be saying, 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 saying. Вы должны говорить и говорить и говорить это. So by tomorrow morning. Поэтому завтра утром. You can feel it. Вы можете это ощущать. You can believe it. Вы можете это верить. And when you go back to your ministry. И когда вы вернетесь к своему служению. You become a world changer. Вы становитесь изменяющим мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Lift up your hands and поднимите руки и давайте поклонимся Господу. Lift your voice. Lift your voice. Поднимите ваш голос. Lift your voice. Возвысьте голос. Lift your voice. Возвысьте ваш голос. Lift your voice. Lift your voice. Lift your voice. Now, two things I want to do before we close. Do you have any question? Does anybody have any question? Есть ли у вас какие-либо вопросы? About what we just discussed. Того, что мы говорили. The Holy Spirit just told me that two people have questions which must be answered. Дух сказал, что есть два человека, которые хотят. Yeah. Вопросы есть. Yeah. Я хочу вас поблагодарить. Вы сегодня ответили на мой вопрос. I want to thank you because you answered for the question that was troubling me for a long time. Recently, the Lord told me that I have to go to Kazakhstan. Я взяла билет, пока билет не брала, была тишина. And before I took the ticket, I had a silence. But after that, I took the ticket. Потом все время мысли одолевали, что ты Since на этом самолете погибнешь. I had all thoughts all the time that you will die during this flight. You will die during this flight. You will perish. Я отгоняла эти мысли. And I was casting those thoughts out by faith. But then Lord told me. I didn't want to go to this seminar, but the Lord told me. А Господь мне сказал, нет, ты поедешь. No, you go to the seminar. You will receive what you need. И вот сегодня я And это today получила. I received that. Слава Богу! Аминь?
you will fulfill your purpose. И вы исполните вашу цель. You will fulfill your destiny. Исполните ваше предназначение. Go and change the whole world. Идите и измените весь мир. Amen. Я, конечно, благодарю за это воодушевляющее послание. I thank you for this encouraging message. И не в противовес, а просто для вопроса хочу спросить. To ask it. Вот Билли Брим, крупный пророк, друг Кеннета Копленда. Билли Брим, Кеннет Копленд's friend. She was saying, некоторые пастора не слушали или даже не спрашивали у Бога. When some pastors didn't hear God or didn't listen to God, when they didn't need to enter the plane or the car, and they have been perishing. And receiving your accepting your teaching, what would you suggest or advise? Maybe not everyone is able to hear God's voice clearly. Потому что иногда все-таки Бог может сказать, determine and distinguish. It's dangerous to make a mistake. When God says, don't go, how can you not make a mistake? Well, I hope I've understood the question, but let me address it. Надеюсь, что я правильно понял вопрос ваш. Number one. Первый. The Bible says. Библия говорит. Be anxious for nothing. Не заботьтесь ни о чем. Don't even suspect that you will not hear God. Даже не предполагайте, что вы не услышите Бога. God loves you so much. Бог настолько любит вас. But if God wants to get your attention to stop you from going, He knows how to stop you. И если Бог захочет привлечь ваше внимание, чтобы остановить вас в вашем намерении лететь, Он знает, как привлечь ваше внимание. Even if you cannot hear Him. Если вы его не можете слышать, он все еще может остановить вас другим способом. Now, one example. Один пример. When Balaam was going to still ride the horse to go and curse Israel. Когда Валаам ехал на ослице, чтобы проклясть Израиль. Even God released an angel to stop the horse. Бог даже вызвал ангела, чтобы он встал и остановил эту ослицу. All power belongs to God. Вся сила принадлежит Богу. Amen. Amen. Now, let me just give you one example. И дам еще один пример. Many years ago, много лет назад, I was going on an airplane. Я летел на самолете. And I had my ticket. У меня был билет. Confirmed. Уже был подтвержденный билет. Все было зарезервировано. I got to the airport. Я приехал в аэропорт. The ticket attendant. И человек, который стоял за стойкой, told me she will not allow me to get on the plane. Она мне говорит, я не пущу вас на самолет. I said, why? Я говорю, почему? She said, I don't know why. Я говорю, я не знаю. But you will not get on the plane. Но ты на самолет не попадешь. You know, when you were not, if you were not born again, если бы вы не были рожденными свыше, and somebody tells you that, кто-нибудь так вам скажет, but when you are born again, но когда вы рождены свыше, you know that nothing just happens. Вы знаете, что ничего не происходит случайно. Amen. So the woman was allowing everybody else to get on. Поэтому эта женщина всех пропускает на самолет. And I said, Lord, сказал, Господи, what's going on? Что происходит? The Lord said, и Господь сказал, it is me. Это я. Don't go. Не лети. So I went back home. I booked for the next flight. И я пошел домой и зарезервировал на следующий самолет, на следующий полет билет. И этот самолет crashed in Denver, Colorado. Nobody survived. В Денвере, в Колорадо, получил катастрофу, и ни один человек не выжил. So maybe God spoke to me not to go. Возможно, Бог говорил мне не едь. But I was busy, yes, I didn't. А я так был занят, ты не услышал. But he used somebody. Но он эту стюардессу, которая стояла за стойкой, использовал, чтобы меня остановить. Сила у Бога. You see, you must believe that God loves you so much. Вы должны верить, что Бог настолько вас любит. Even if you cannot hear, что даже если вы не дочуваете, He will make you see. Он вас все равно остановит. If you cannot hear and see, если вы не можете видеть, не можете слышать, He controls heaven and earth. Он все равно контролирует небо и землю. He can stop the move. Он может остановить следующий шаг. Аминь. Аминь. Бога.
power belongs to God. Yes, power belongs to God. Now, number two. Now, the first one I said was that don't be anxious for anything. Первое я сказал, что не заботьтесь, не переживайте об этом. Number two. Второе. Have faith in God. Имейте веру в Бога. Number three. И третье. Know that even if. Знаете, что даже если God doesn't save you, Бог не спас вас from that accident, с этого катастрофы, from that trouble, и с этого аварии, you are born again in a way. Вы все равно рождены. Слушай, you are going to heaven. Вы все равно пойдете на небо. Paul said. Павел сказал. Paul says, for me to live, для меня is Christ. Смерть Христос. To die. Для того, чтобы жить Христос, а смерть приобретение. That's Philippians 1:21. Филиппийцам 1:21. He says, if I live, если я живу, glory. Слава. If I die, если я умру, glory. Слава тоже. Now, hear this. Но услышьте. If the devil knows, если дьявол знает, that you fear death, что вы боитесь смерти, you always use death to threaten you. Он будет всегда использовать смерть, чтобы вас запугивать и контролировать. But if he knows, но если он знает, that you don't fear death, что вы не боитесь смерти, he loses power. Он утрачивает свою силу, чтобы использовать ее для вашего контроля. Аминь. Послушайте. Сатана knows, Сатана знает, that I know, что я знаю, that he knows, и что он знает, that I know, и что я знаю, that God knows, что Бог знает, that I know, что я знаю, that he knows, что он знает, that we all know, что мы все знаем, that he can never kill me before my time, что он не может убить меня до моего достаточного времени. And he also knows, и он также знает, that I know, что я знаю, that he knows, и что он that знает, I know, и я знаю, I don't fear him for anything, что я не буду бояться ничего. And that he knows, и он также знает, that I know, что я знаю, that he knows, я знаю, что он знает, и мы, что мы оба знаем, that I have a mansion in heaven, и что у меня на небе есть особняк, есть обитель. And in my mansion, и в моей обители, have a swimming pool, у меня будет там и купальный бассейн, I have a tennis court, у меня будет теннисный корт, I don't have a car. In heaven, на небе мне не нужна машина. I have chariots. У меня там колесницы будут. And angels drive my chariot. И там будут ангелы меня возить на колеснице. Now, what am I saying? А что я говорю? I'm saying this to let you know. И говорю вам для того, чтобы удостоверить вас. As a Christian, что как христиане. Whether you live or die. Мы живем или умираем, you are in a better place. Мы все равно в лучшем положении находимся, в любом случае. Аминь. Поэтому даже если вы допустите ошибку, God will still bless you because you try and made a mistake. He will still honor your faith. Бог все равно пощадит вас, потому что вы пытались и двигались и совершили ошибку. Бог пощадит вашу веру все равно. But because he knows your motive is right. Но из-за того, что он знает, что ваши мотивы правильные были, all things work together for God. Все будет содействовать ко благу. He will turn your mistake to become a message. Он превратит вашу ошибку в послание для чего-то или для кого-то. So don't fear at all. Поэтому вообще не бойтесь. Say hallelujah. Hallelujah. We have more questions now. Well, еще появились one year, our time is up. Can we have just one more? Which one? Okay, all right, one more. Я с севера, с Нового Уренгоя. Долго забиралась поехать на конференцию, подписать заявление по Израилю. Накануне сдали приказ сделать прививки. I had to apply to 3 days to go for the conference. Я слегка перенесла за 3 дня вперед. Right away. Потом один сходили, 2 подъезда сделали. Прихожу, чтобы подпишут контракт. Она говорит мне, shots, пока know, все не сделаешь, я тебе не отпущу, в мае только. Я говорю, у меня конференция ждать будет. Не
представляете? И не подписывают мне. Я взмолилась Богу. Господь говорит, твое дитя не пускает на конференцию. И все, я ушла, не подписалась. Через 5 минут приходит заведующая и говорит, Людмила Ивановна, Бог услышал ваши молитвы, прививки отменили по домам. Так меня все врачи там прерывают. And all shots have been cancelled for all people in our region. And all doctors were happy because of that. So that has changed the situation in all city just for my own case. So, amen. Amen. That is a testimony. Это есть свидетельство. To answer these questions. Для того, чтобы ответить на эти вопросы. That power belongs to God. Сила у Бога. One last thing I want to say. И последнее, что я скажу. I'm going to tell you 7 things. Я скажу 7 вещей. Don't forget it. Don't forget it. Не забудьте. Mama. Первое. Believe in God. Верьте в Бога. Number 2. Второе. Believe in God. Верьте в Бога. Number 3. Третье. Believe in God. Верьте в Бога. Number 4. Четвертое. Believe in God. Верьте в Бога. Number 5. Пятое. Believe in God. Верьте в Бога. Number 6. Шестое. Believe in God. Верьте в Бога. Number 7. И седьмое. Верьте в Бога. Amen. Well, it's been nice being with you. Было чудесно с вами находиться. I wish you the best. I wish myself. И я желаю вам того, чего пожелал бы сам себе. You will be in my prayers. Я буду о вас молиться. Go and prosper. Идите и преуспевайте. So much power. Много силы. Столько силы. Избыток силы. Ваше имя. I declare you blessed. Я провозглашаю вас благословенными. I declare you highly favored of the Lord. Я провозглашаю благоволение Божье на вас. I declare you supernaturally protected. И сверхъестественно захраненными, защищенными Богом. I declare you a sign and a wonder. Провозглашаю, что вы являетесь чудом и знамением. I declare you a world changer. И вы тот, кто изменяете мир. Receive. Принимайте. I release upon you. И высвобождаю на вас. All the blessings. Все благословения. In the Holy Bible. Записанные в Святой Библии. Receive. Примите.